Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня у нас с вами небольшое видео о моих покупках. Я зашла в несколько магазинов одежды. Как вы знаете, в последнее время там были скидки, поскольку вы задавали мне вопрос, где я приобретаю одежду. А размер у меня, как вы видите, не маленький. Для многих, кстати говоря, девочек, это актуально. У меня размер 50-52. Некоторые одежды я приобретаю даже 54 размера и совершенно спокойно в нее прекрасно вмещаюсь. Просто грудь не маленькая, талия довольно узкая, довольно большая. Большие бедра на 56-54 размер, поэтому, ну, сегодня будут только кофточки, брюки я не приобретала, брюк у меня и так довольно много, юбок много, а вот кофточки в основном страдают, как вы знаете, больше, после стирки растягиваются, и, в принципе, хочется их как-то, ну, чаще менять, чем низ. Покажу вам близко вещи, вы посмотрите, какой они отделки, постепенно вы будете видеть меня в этой одежде и будете делать выводы, нужна ли вам такая одежда или нет. Поехали! Возможно, для тех, у кого такой же размер, как у меня, от 50 до 54, будет полезное это видео, потому что не так просто найти хорошую, качественную одежду, недорогую, этих размеров в магазинах российских. Для тех, кто так же, как и мы, дома носит, да, в принципе, и фитнес-клуб, вот такие вот топы. Очень удобные, кстати, они неплохо поддерживают грудь, хотя здесь нет дополнительного вкладыша. Но, тем не менее, я мерила, и мне вполне подошел этот размер. Размер XL, и продаются вот такие топы вот по такой смешной цене в магазине «Твое». Сейчас покажу, какие расцветки я выбрала. Это второй вариант. Спинки в обоих вариантах вырезаны по спортивному типу. Третий вариант топа, спинка точно такая же, спортивная. Это четвертый вариант, и он почему-то немного дороже, но всего лишь на 100 рублей, 299 рублей, хотя они все по одному типу, вот с такой спиной. И вот это пятый вариант с красивой отстрочкой, и спинка здесь, как вы видите, немного другая. Вот так он выглядит сзади. Ну вот, теперь нам есть что носить дома и есть что взять с собой в фитнес-клуб. А поскольку нас двое женщин, моей дочке 18 лет, то, в принципе, этот же размер может подойти и ей. Теперь я могу смело делать ревизию своей одежды и выбрасывать безжалостно старые вещи, которые уже потеряли свою форму или цвет. И в этом же самом магазине «Твое», как вы видите, очень приятный материал, мягкое, мягчайшее. Всего лишь за стоимость, сейчас вы удивитесь, 399 рублей. Кстати говоря, в мужском отделе я приобрела вот такую замечательную водолазку. Сейчас уже вот такие свитерочки, водолазочки, они опять очень модные. И вот такого мышиного, приятного очень цвета, я бы сказала, цвета мокрого асфальта. Как вы видите, здесь есть вот такие вот небольшие вкрапления, как будто бы шерсть. Ну, конечно, это не стопроцентная шерсть, это понятно. Тем не менее, очень хорошая вещь. И вот такой размер, как ни странно, размер XXL, мужской, идеально сидит на мне, на моем 50-52. И, конечно, чуть-чуть, может быть, длинновато, придется подворачивать рукава, но, тем не менее, очень красиво выглядит. Так что для тех, кто хотел приобрести вот такие вот водолазки для своих мужчин, а также для самих себя, могут попробовать так же, как и я, приобретать в мужских отделах. Кстати говоря, в последнее время я стала обращать внимание, что именно более качественные вещи и более интересных расцветок находятся именно в мужских отделах. Так что не стесняйтесь туда заходить и подбирать себе что-то интересное. Теперь покупки из магазина «Glenfield». Скажем прямо, в Glenfield не очень дешевая одежда, однако довольно простые материалы. Например, вот это полиэстер, но он выполнен очень аккуратно, красиво, как вы видите, очень приятный кремовый цвет, интеллигентный, тот, который мне очень нравится. Спереди данная блузка имеет вот такой вот бант, ну, можно завязывать, можно нет, можно в бантик, можно просто в качестве галстука. Рукава классические, но они из стрейч материала, тот, который тянется хорошо, однако они не узкие, как вы видите, довольно широкие, не будут сильно обтягивать. 48XXL, и со скидкой эта блузка стоит 1395 рублей. Сзади эта блузка имеет вот такие вот защипы небольшие, что добавляет определенного объема, это актуально для девушек, у которых есть объем сзади в нижней части. В этом магазине немного однотонных вещей, поэтому если что-то вот такого плана хорошее есть, я обязательно приобретаю. В той же комбинации, но уже другого, очень приятного оттенка, рукава стрейч, спинка стрейч, и сверху, спереди, это уже полиэстер, вот с таким красивым воланом. Размер также XXL.
И эта блузка со скидкой стоила 1045 рублей всего лишь. Хотя до скидки 3500 она стоила. Вот так выглядит эта блузка с воланом. То есть, конечно, все нужно отглаживать, вы понимаете. Я это просто сейчас вытащила из пакетика и показываю вам, как это выглядит. Чтобы вы могли принять решение, приобретать вам такие вещи или нет. Просто они очень быстро исчезают из распродажи, как вы понимаете. Вещи хорошего качества, отделка хорошая, строчка везде очень-очень ровная. Ну и если зайти в мужской, опять же, отдел, чего я никогда не стесняюсь делать. И, кстати говоря, уже все девушки, которые меня знают в этом магазине, сразу же предлагают мне красивые, интересные цвета, которых совершенно почему-то нет именно в женском отделе. И каждый раз удивляются, как же здорово сидят мужские вещи даже на девушках вот с такими формами, как я. Вот смотрите, уже хорошая, красивая отделка. Не душащий ворот, что для меня очень важно. Я терпеть не могу чувствовать себя на каком-то поводке, в переносном и в прямом смысле. И по составу это уже натуральная шерсть, 100%. Хотя очень-очень мягкая. Посмотрите, какой это размер, XL, сориентируйтесь сами. И вот цена 2690 рублей. Очень аккуратная отделка деталей. И сейчас я покажу вам точно такой же джемпер, свитер, но уже в другом оттенке на себе. Естественно, для тех, кого это мало, кто любит вот такую многослойность, я, честно говоря, не очень люблю много на себя надевать. Я скорее предпочитаю одну вот так носить водолазочку, либо, ну, какой-то пиджак, например, сверху, или жилет. Это тоже будет очень модно и красиво, если разбавить вот такими вот модными штучками, которые я вам показывала, такие кисточки, то, по-моему, прекрасно выглядит, да? И есть еще вот такой магазин Cozy Home. Я постараюсь найти для вас еще другие офисы, не только в Москве, если, конечно, они есть. Текстиль для дома написано, но на самом деле там довольно много обычной одежды, в которой можно выходить и на улицу в том числе. Ну, конечно же, много домашней. Текстиль этот шьется в Смоленске по немецким лекалам, поэтому называется Liebefrau. Это 56 размер, как ни странно, он мне подошел, возможно, они маломерят. Но вот такая вот, то есть, очень аккуратная отделка и футболочка. Кстати говоря, она шла в комплекте с брюками, но поскольку брюки вот такой неожиданной расцветки, то есть они, конечно, абсолютно домашние, я отдам их дочке. Отделка, как вы видите, очень аккуратная, красивая. Это шелк искусственный, очень красивое сочетание такое вот материалов, необычное. И комплект этот стоил 1800, насколько я вижу по чеку, полностью комплект, футболка и брюки. Вот такая вот неожиданная для меня, абсолютно неожиданная рубашка, но когда мне ее дали померить, я была крайне удивлена, что она очень здорово смотрится. Здесь тоже вот такая же отделка. Это очень-очень мягкая ткань, очень приятная, и она стретчевая. И это размер вообще 56. Вот сейчас вы удивитесь, как хорошо она сидит на мне, при том, что у меня 52, но от силы 54. Отделка вблизи. Уже поняли, все очень-очень бюджетно, просто потому что скидки были хорошие. А, кстати говоря, вас не смущает такой макияж? Я экспериментирую с зелеными тенями. Вот так это все выглядит. Ну, довольно ярко, конечно, я понимаю. Наверное, я сниму для вас видео с более спокойным вариантом макияжа, без таких экстремально больших стрелок. Ну, мне просто было интересно, как это будет выглядеть со стрелками. Так, теперь небольшие покупки из магазина Летуаль. Как вы знаете, там до сих пор пока еще идут скидки, как ни странно. То есть у них еще этот понедельник никак не закончился. Какой-то там, я уже забыла, какой-то бешеный понедельник, да, или как он там называется. Летуаль, скидка на H2O. Для тех, кто не знает, показываю вам близко, как выглядит этот логотип. Производитель США H2O. Это неплохая, очень даже неплохая и очень дорогая, по моему мнению, косметика, которую можно сейчас приобрести со скидкой аж 70%. Уже не так много, как я понимаю, там средств осталось. Я приобрела вот такие вот три. Ну, то, что мне действительно нужно, то, что я постоянно использую. Кстати говоря, несмотря на то, что скидка огромная, сроки здесь, как я вижу, хорошие, до конца 2019 года. Это очень радует. Это увлажняющий тонер, такой очень деликатный. Кстати говоря, я раньше пробовала уже. Интересно, изменился у него аромат или нет? Нет.
практически нет аромата, он такой легкий-легкий. Я пробовала ранее эти тонеры. Хороший тонер, мягкий, у меня раздражение не вызывает. Просто посмотрите на сайте L'Etoile, скидка 70%, ребята, это очень много, косметика действительно дорогая. Далее, чем я постоянно пользуюсь, это термальная вода. Я уже показывала вам, да, как я ее использую, я закрепляю такими водами макияж, я наношу перед макияжем, я наношу перед масками. В общем, для меня эта вещь абсолютно необходимая, это увлажняющий мист. Довольно большой объем, здесь 150 мл, такая увесистая баночка. Давайте сейчас попробуем, чтобы хорошо работал. О, какой классный разбрызгиватель, мне нравится. Очень люблю вот такой эффект, когда увлажненная кожа. Кстати говоря, у него тоже нет никакого аромата, ну практически никакого. И двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. У них очень оно раньше было дорогое, но со скидкой 70% я вполне могу себе его позволить. Вот так оно выглядит, видите, очень красивое, фиолетовое с розовым. Там маслица, нужно смешивать его. Ребята, объем очень хороший, 120 мл. Ну, в общем, это те средства, которые у меня постоянно заканчиваются, которые я постоянно использую. Тоже его пробовала, но, по крайней мере, вот такой же был какого-то другого оттенка. Я, по-моему, мне не раздражал глаза, у меня глаза чувствительные. И была 30 или 40. 40% скидка на вот такой вот консилер, это Maybelline Anti-Age консилер, такой увлажняющий. Я сейчас подбираю для себя вот такого плана вещи, потому что у меня кожа довольно чувствительная, тонкая под глазами, сухая, и не все консилеры мне подходят. Да, вот этот мне понравился, ну, по крайней мере, когда я пробовала его в более теплое время, мне он понравился, поэтому сейчас я приобрела, это самый-самый светлый оттенок, пока открывать не буду, вам показывать не буду, я думаю, вы можете посмотреть свотчи в интернет, как только у меня закончатся мои консилеры, которые я могу все-таки использовать под глаза, да, чтобы они не скатывались ни в какие морщинки. Знаете, что я использую Skin Food под глаза, такой корректор. Вот, собственно, сейчас у меня только он и более ничего. Но иногда для вечернего макияжа, когда я ухожу куда-то, я использую сверху, еще перекрываю вот таким вот консилером, то есть такого вот телесного цвета. Так, следующее, что я приобрела, это три вот такие вот упаковки. Сейчас идет акция в Райгель или Ригель, по-разному называют эту компанию. Это отбеливающие полоски для зубов. Не очень верю в том, что очень сильно прям как-то будут они отбелены зубы, но, по крайней мере, я очень люблю кофе и чай, и у меня очень крепкие зубы, и поэтому они у меня кремовые. На мне будет, наверное, очевидно более. Девочки приобретают с белыми зубами, не знаю, что они там хотят отбелиться какими-то фарфоровыми, искусственными, непонятно. В общем, у меня зубы свои, поэтому я буду отбеливать. Я думаю, что если это как-то подействует, вы на мне это увидите. О чем хочу вас предупредить, друзья мои, вот эта акция, она, конечно, очень хорошая, но использовать эти средства нужно до 2-3 месяца 2018 года. Кто хочет приобрести выгодно и потом летом отбеливать зубы, у вас уже не получится. Здесь уже истекает срок годности, именно поэтому это и акция. Так что будьте аккуратны. На этом мои покупки закончены. Короткое, но информативное видео. Надеюсь, принесла вам какую-то полезную информацию сегодня. Я жду ваши комментарии. Друзья, делитесь, пожалуйста, если вы знаете, где какие интересные распродажи, если есть какие-то у вас идеи, о чем я могу снять видео, пожалуйста, делитесь всем в комментариях. Я очень жду вас. Спасибо огромное, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!